Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 июня, и я вам сейчас показываю томаты, которые я высадила только вчера. Вот это карликовые сорта, которые у меня тоже высажены с опозданием, но в связи с моими личными обстоятельствами некогда было. И так как они ультраскороспелые, им пришлось, как и по срокам, им пора уже давать плоды, им пришлось давать плоды прямо в лотке. Вот я их высаживала вчера вот в таком состоянии. Все-все-все в помидорках. Вот они у меня вот в этом лоточке томились. Вот видите, все в кисточках, все в крошечных помидорках. Вот эти сорта я уже рассказывала. Один сорт Пиноккио, другой сорт Балконная звезда. Все они детерминантные и ультраскороспелые. Они вот сейчас, я их высадила прям с томатами, они уже немножко, и томаты начнут краснеть. И еще один сорт мне прислали, это сорт Синичка. Если Балконная звезда и Пиноккио это красные плоды, то Синичка будут желтые плоды. Желтого карлика у меня никогда не было. Я очень рада, что заимела теперь в своей коллекции этот сорт, потому что желтые томаты, они вкуснее и сладче. Но красные тоже, конечно, и красивые, и вкусные, но желтые это вообще... Ну, другая совсем песня. Желтые очень люблю. Любят дети желтые томаты. Вот мои карликовые томаты, которые высажены 25 июня. Конечно, это очень поздно, но несмотря ни на что, на них тоже будет много томатов. Они успеют отдать мне свой урожай, потому что все они ультраскороспелые, супердетерминантные, штамбовые. Они сейчас очень-очень быстро завяжут много плодов, будут усыпаны все томатами. Позже я вам их покажу. Просто запомните, что эти томаты я высаживала в самом конце июня, когда уже почти никто ничего не высаживает. Я немного опоздала нынче. Ну вот в таком виде высаживала вчера томаты. Все.